Всем привет! Сегодня я готовлю котлеты. Ну, как я считаю, что они более-менее полезны. Вот и наступил тот момент, когда у нас начались проблемы со здоровьем. Как нам всегда говорили, зачем вот такие порции? Куда вы столько едите? А как мне моя бабушка говорила, ешь пока рот свеж, завянет, никто не заглянет. Вот ты у нас приходит такой момент. Значит, что я сегодня взяла? У меня вот здесь вот фарш, 200 грамм, примерно, я так полагаю. У меня там он смешанный, курица, говядина и свинина. Теперь я взяла две луковки, примерно по 120 грамм. Тоже я уже их порезала, отправляю туда. Здесь я где-то примерно грамм 300 потерла кабачка. Это у меня кабачок еще с урожая, с того, который я собирала. Прошлогодний. Осенью, да. Вот это был последний кабачок. Хотя у меня еще есть кабачки, натертые в заморозке. Так что сегодня уже май месяц. Запеканка нам обеспечена. Я что делаю? Я их выжимаю, эти кабачки, ну, чтобы лишней жидкости там не было. Постараюсь как можно получше. Сил-то особо тоже нет. А, кстати, сказать, я фарш уже посолила. Пока готовилась к съемкам, пришлось посолить фарш. Это видео не совсем длинное. Постараюсь побыстрее рассказать, что хочу. Какие у меня будут котлетки. Так, все. Здесь приготовлю. Сейчас пойду руки ополосну. Сначала забью туда яйцо и пойду руки помою. Я сейчас добавлю сюда перчик. Какой-то смесь перцев купила, короче. Вот. А листик я смазала уже сливочным маслом. А здесь я размешиваю. Взяла ложку обычную. Можно руками размешать до однородной массы. А что самое главное-то? Это вот у меня мука с геркулеса. Я ее перемолола на кофемолке. Лет получится гора целая. Опять же, очень много. Сейчас я примерно таких 5 ложек добавлю. И теперь уже точно буду руками вымешивать. Ну, вы смотрите по фаршу. Если он будет жидкий, можете подбавить еще этой муки. Не забываем, что мы их в духовке печем. Добавлю примерно еще ложки две. То есть недостаточно он густой, да, ты считаешь? Угу. Руки у меня грязные. Я люблю готовить котлетки, формировать вот таким способом. Ну, есть люди, которые это делают водичкой. А я люблю маслицем руки помазать. Вот такие котлеточки, конечно же, я их как отбиваю, как будто рука об руку. Я сформировала и кладу листик. Чем мне нравится готовить котлеты в духовке, не надо стоять около них. Духовка, кстати, у меня греется. Вот так вот она греется. И то, что их будет много, не беда. Я их сложу в контейнер, и мы будем их кушать потихоньку. Неделю? Не, на неделю не хватит. Все готово. Мне почему нравятся эти котлетки, как я уже сказала. Их готовить очень быстро. Сейчас духовочку поставлю.
на 20-25 минут. Тоже смотрите по своей духовке. Ну, не изготовится, еще подержу. Духовка у меня на 200 градусов стоит. Вот такие котлеты получились. Сейчас я вам их покажу. И что я хотела сказать. Я же говорила, что это быстрые-быстрые котлеты. Я вот готовила их на листике. Хоть и намазала его, то они прилипли. Если вы хотите и листик не мыть, чтобы было быстрее, можно застелить фольгой. А сейчас я покажу котлетку, какая она внутри. Я листик специально показала. Вот такая вот котлетка. Видите? Как пахнет вкусно. Прям кабачком пахнет. Да. Жалко, камера не передает вкус. Ой, запах. И вкус, конечно же. Я отварила гречку, она совсем без ничего. И вот такие котлетки. И кетчуп домашнего приготовления у нас вкусненький. Так будет вкусно. С нашей теплички. Смотрите про теплицу видео. Ой, я лохматая, не надо. Давай, говори. Всем пока. Всем пока. Не забывайте подписываться на наш канал. Ну и ставьте лайки. Всем пока. Пока-пока. Готовьте котлетки. Ой, подожди, я хотела. Что я хотела сказать? Сегодня у нашей подписчицы Жанны Паламовой день рождения. Я бы хотела ее поздравить. Юра, ты присоединяешься к ним поздравлениям? Так я уже поздравил через одноклассники. Через одноклассники. Я поздравляю тебя, Жанночка. Желаю тебе здоровья, всего-всего самого хорошего и тебе, и твоей семье. Всем пока!